Федь, ты сам играешь в Турции. Назови самые сильные стороны турецких игроков. Они очень сильны индивидуально. Это самое главное качество. Как думаешь, удалось сегодня справиться вот с этим качеством их? В первом тайме, да, во втором нет. Скажи, пожалуйста, каково тебе играть на непривычной немножко позиции? Уже второй матч ты играешь? Ну, если я приношу пользу команде, то мне не важно, где играть. А то, как я играю, это, наверное, вопрос к тренерскому штабу. Чувствовал сегодня поддержку болельщиков? Наконец-то они могут прийти на стадион? Да, сегодня да. Намного лучше, чем со сборной Швеции. И болельщики нас несли вперед, но, к сожалению, мы не смогли сегодня выиграть. Венгрия выиграла в гостях у Сербии. Следующий матч у нас с венграми. Что скажешь об этом матче? Ну, это будет игра двух лидеров группы и, можно сказать, игра за 6 очков.